новую точку. Мы приехали в Рамаяна Суитс. На самом деле дорога была опять долгая, и мы только вечером приехали, хотя заселение должно быть только утром, но мы тут вечером. Oh, very beautiful. From which time you are open this hotel? We start from April. С 70-х был отель, а с апреля тут начали уже делать какие-то... А, типа, yeah. Здесь просто был спа. Получается, сейчас мы почти в новом месте. Sweet? Good. Room, sweet room. Whoa, whoa, cold. Very cold inside. Great. Cool. Fruits, okay, yeah. Thank you. For oh, cool. Drink water. Yeah. Good. Oh yes. Very large bathroom with water and special brand of your soap and everything here called Bulgari. Bulgari? Yeah. Cool. Oh sorry. Cool. Друзья, мы действительно удивлены, потому что очень-очень красивый номер. Даже я вот честно сейчас сижу и думаю по поводу виллы. То есть вилла, конечно, тоже была очень крутая, но вот сейчас у меня уже появляются такие мысли, что я не могу описать это все. Вы, наверное, видите так. Ну, вообще прям сказка. По сути, можно сказать, своя собственная вилла. Ну, как знаете, как собственная вилла выглядит, да? Но именно бассейн общий. У меня всегда такое чувство, что когда я приезжаю на место, у нас так мало времени, и так хочется и видео снять на YouTube, и сторисы, и посты, и отдохнуть, просто кайфануть, не знаю, вот такая вот жизнь блогерская. Но все уже поняли, что travel-блогер — это непростая профессия, потому что многие начали раскрывать всякие фишки, секреты. Да, это на самом деле много-много всего нужно делать. Вот поэтому сейчас будем выставлять сторисы, потому что на определенных условиях мы сотрудничаем, а потом покушаем. Ну, хочется все заснять тут. Не очень подходит, конечно. Мне нравится. Район, в котором находился наш отель, был довольно туристическим и шумным. Мы прошлись по некоторым локациям и поняли, что хотим вернуться в наш отель и там уже поужинать. Друзья, всем огромный привет! Илья всю ночь не спал, у него был какой-то творческий процесс, я спала и сейчас буду делать йогу, разложила себе коврик, после этого я позавтракаю. Благодарю Илью за то, что он взял с собой завтрак, потому что уже где-то час или два, я не знаю, сколько времени. Мне очень нравится, как здесь все выглядит. Единственное, что сейчас я хочу делать йогу, и я понимаю, что ну, было бы на вилле круче делать йогу, потому что здесь не видно тебя. А вот здесь видно тебя, и все на тебя смотрят, но в целом вот так-то мне очень здесь нравится. Впервые в жизни я делала массаж с поющими чашами. Ощущения были просто волшебными. Стоимость на одного человека была около 5000 рублей. Это мой первый раз, когда я делаю такой массаж в Азии. Вот, потом поделюсь с вами своими впечатлениями, потому что я делала массаж только там минут... Yeah, lime, good. 30-40 минут в России, где такая атмосфера совсем другая. Ну и вдвоем я тоже не делала никогда массаж. Вот. Ой, клево. Илья в кайфе, я тоже. Ну что, мы закончили массаж. Нам только что рассказали, точнее, мы просто поинтересовались, как молятся. Скажу так, как я поняла. Молитва у балийцев выглядит подобным образом, как подношение богам и духам их острова. Они верят в это все, они даже перед своими домами кладут везде цветочки, разные печеньки, благоухающие вазы. Молятся они 3 раза в день, в 6 утра, в 12 дня и в 6 вечера. Они просят, чтобы их простили за все, что они сделали, за какие-то неправильные вещи. Также просят, чтобы боги и духи сделали все, что им нужно, да, какие-то их пожелания. Кстати, именно с Бали началось наше знакомство с молитвой. Я об этом говорила вам в своем видео о том, как изменилась моя жизнь.
что, друзья, мы приехали уже в новый отель. Ехали, конечно, мы с ветерком, так сказать, потому что ехали мы не с такси, а с обычными людьми. Они нас сначала очень смутили, потому что один не разговаривал по-английски, и нам пришлось разговаривать с его другом. А когда мы поговорили с его друзьями, они начали с нами торговаться. Мы уже думали, все, нужно будет брать другого таксиста. Но в итоге мы договорились, ехали сначала быстро, потом там по кочкам, потом по нам какой-то орангутан ходил, мы не спали. Но в итоге мы доехали, мы сейчас находимся в Убуде. Убуд это считается более духовная, более такая спокойная часть Бали, потому что здесь нет моря, здесь нет туристическая часть. Меньше тусовок, то есть тусовки сами есть, но именно такие более душевные. Пока мы заехали в номер, честно скажу, обычный, то есть, конечно, мы уже много номеров увидели, и у нас уже такое, знаете, начинается сравнение, но он реально обычный. По фоткам сама локация и все, что будет вокруг отеля, внутри, выглядит очень-очень сочно. Сейчас где-то примерно 5 утра. Нам расписали на завтра всю программу. Завтра у нас будет утром то, что мы хотели. Просто даже чисто для фото это очень красиво. Завтрак в бассейне, плавающий. Потом у нас будет ванна с цветами, с лепестками роз. Естественно, мы делаем фото. У нас сейчас один телефон на двоих, чтобы вы знали. Пользуемся так вот. Зато я могу с вами разговаривать, потому что я сегодня прописывала свою цель в Instagram-планер, и я себя поймала на мысли. Пару строчек, они просто изменили мне взгляд на мой Instagram, потому что у меня появилось более четкое видение, что я вообще хочу. Вы же понимаете, что прежде чем чем-то заниматься, да, вы можете не достигать результата, потому что вы тупо делаете то, что вы не должны делать. Строчки вот так вот. И нужно вписать свои как бы дополнения. Мне нужен Инстаграм для... И знаете, что я поняла? Что самая главная цель... Я перечислила, да? Деньги? Ну, деньги понятно. Но вот именно там, допустим, популярность. Ну, вот что действительно, на что откликается моя душа. Я поняла, что Инстаграм для меня это больше как самовыражение. Я написала даже, мне нужен Инстаграм для самовыражения, делиться с большой аудиторией своими мыслями, сотрудничать с отелями, ну и так далее, да. И я поняла, что реально моя самая главная цель просто... Вот просто быть с вами такой, какая я есть. Может быть, я не буду давать какую-то супер-мега пользу. Я поняла, что моя самая главная цель, я просто хочу, чтобы меня как можно больше людей смотрело, и они действительно интересовались моей жизнью. И вот мне интересно, чтобы я не только давала пользу, но вообще в целом просто делиться с людьми тем, что происходит у меня. Я от этого получаю истинное какое-то наслаждение, хоть это и странно, наверное, звучит, но такова я. В общем, друзья, все, ложусь спать, всем сладких снов, увидимся с вами завтра. Пока! Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all this. Сейчас на следующую фотосессию с ванной будем фоткаться. У нас, конечно, сегодня такой день, чисто фото. Но нужно кайфовать от любого момента. Мы еще ждем, что нам делают воду покорячее. Мы начали приседать и заразили эти... О, теперь все приседают. Сейчас будет фотосессия носков. Я представляю новый бренд. В этом отеле мы пробыли сутки и уже двинулись дальше в путь. Всем огромный привет, друзья! Ну вот мы вновь оказались на этой вилле. У нас было два переезда. То есть с этим отелем у нас на самом деле такие довольно сложные отношения, потому что в основном отели очень идут нам навстречу. Там, ну, нет, они тоже шли навстречу, но
Так как у них тут все заполнено, нам пришлось сначала жить в одной вилле. Ну, так как мы ложимся, блин, поздно всегда, да. Уже в то время, когда нужно выезжать, мы еще только сон 10 видим. Вот, нужно было уже выезжать в следующую виллу. Потом мы жили в одной вилле, оказалось, что нужно еще в одну виллу переезжать. И вот мы, наконец, в самой вилле. То есть... Мы жили в сторонних, других названиях. Рисовые террасы здесь сразу. Отель совсем недавно открылся. Вот здесь будут домики, много-много домиков. Там будет ресторан, там будет массаж. Вот здесь мы сейчас будем завтракать. Если бы знали, сколько нам приходится общаться с людьми по поводу еды, вы бы, наверное, были бы в шоке. Почему? Потому что у них, ну, реально на завтраке едят рис, да, там все с сахаром. И мы сегодня разговаривали с ребятами, которые готовят здесь, и говорим, а вы можете нам просто обычный рис приготовить? Ну, то есть без лука, без... Ну, просто приготовьте его, сварите. Ну, как бы... Просто нам не нужно ничего сверхъестественного. Они такие, вы, наверное, веганы, у нас нет веганской еды. Я говорю, давай, вы просто сварите обычный рис. Я говорю, такая, вы готовите, то ли вы покупаете еду, они говорят, ну... И мы просто такие думаем, ясненько. Поэтому все, что нам пришлось сделать, это наша любимая русская овсяночка, естественно. Потом мы попросили фруктов, ну и нам сделали омлет. Так что, в принципе, надо довольствоваться тем, что есть. Вот наша спасительница. Когда мы показали им овсянку, они взяли овсянку в руки, как будто бы это какой-то артефакт. И такие, это не рис? Ну, то есть, если у нас, да, на каждом углу можно, в принципе, овсянку купить, у них она дорого стоит. У меня реально все ноги в укусах комаров. Я не знаю, почему Илью вообще никто не кусает, но редко. У меня просто до такого, ну, я не знаю, может быть, я сладкая, потому что они прям любят меня. Ладно, на самом деле, я очень голодна, поэтому вот буду кушать. Все, мы на кофейной плантации. Где какают кофе? This is the kind of mongoose or whistle. Классные какашки. This after the luwak. Это просто какашки? Я какашки. But this already too worse. Какашки. This already too worse. Но это уже почищенное. Все, понял. Потом мы... Они это чистят, и мы это потом пьем. Они это чистят, потом мы это пьем. Да. Про происхождение кофе лювака я не шутила. История уходит в 18 столетие, колониальную эпоху Индонезии. В то время обычный кофе уже был достаточно популярен в стране, но стоил дорого. Местные фермеры были вынуждены выращивать кофейные плантации для торговли, но им не разрешалось даже прикасаться к кофейным зернам. В один прекрасный день кто-то из них заметил, что определенный вид местного зверька оставляет зерна кофе в своем помете. При этом они остаются цельными и непереваренными. Из любопытства фермер их очистил и обработал, а потом сварил из них кофе. Вряд ли он тогда догадывался, что в этот момент кофе будет еще лучше и ценнее, чем тот, который выращивается на плантации. В это сложно поверить, но сегодня производство кофе из помета местных зверьков лювака имеет достаточно большие масштабы. Они поедают плоды кофе, которые не перевариваются внутри, а только подвергаются некоторой обработке. Вот так вот. Смотрите, здесь вот можно попробовать бесплатно вот эти виды все. Но само кофе лювака 65 тысяч стоит. Мы пришли, не знаю, для меня это впервые такое, что пробовать кофе. И прикольно, в разных маленьких чашечках будет, можно будет разы пробовать. К сожалению, чай у них с сахаром уже готов, поэтому мы будем пить только кофе, но как раз нам сейчас он просто необходим. Здесь за нами качеля, и на чем делают они деньги? Они, скорее всего, ну то есть кофе бесплатно, по сути, платить только за львак кофе и за качели. Я хотела пробовать как раз кокосовое кофе. Вот я его взяла. Давай чокнемся. А я буду обычный кофе пить. Кофе? Давай, Бали кофе. Подождите, я неправильно взяла кофе, можно еще раз? Так вкусно на самом деле. Если это реально без сахара, Смотрите, здесь есть такое, я не очень понимаю, что за джинниси кофе, но тут написано, что это афродизиак, который придает силу и гармонизирует отношения между двоими. Конечно, можно написать многое, но мы же верим в это, поэтому как бы все работает. Тут даже бассейн есть. Вау, слушай, это вообще безопасно, там так далеко он летит. Я думала, это такая фигня, что они просто так чуть-чуть отлетают немного. Посещаем все инстаграмные места, вот такая вот штучка. Ну, знаете, в них много фоткаются, ходят вообще сейчас. До свидания. Любовь!
Lukas, 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 Офигеть! Понравилось? Мне просто очень страшно было, если честно. Да? Сейчас, подожди, отойду. Мне нравилось, но мне больно чуть-чуть было в спине. Далее мы посетили прекрасный водопад Тегинунган. А дальше мы снимали обзор виллы и также активности в Убуде. Наконец-то вышло солнце, вы верите? Мы нет. Ура, мы счастливы. Сейчас думаю, какую бы идею заснять для YouTube, Инстаграма. А уже на следующий день у нас был прекрасный романтический ужин. Друзья, всем привет! Мы легли поздно, где-то часов 5, потому что делали много... Ну, там, я по инвестированию делала много вещей, я работала над монтажом, потому что материал накопился ого-го, я вам об этом говорила. У нас сегодня будет вечер романтический, фотосессия будет. Нам подготовили. Круто, что все готовят за нас, мне это нравится. И слава богу, то, что все наши предпочтения вроде учли. Они нам хотели предложить то же самое, что и, в принципе, предлагают на завтраке. То есть там рис жареный или макароны жареные. Ну, в общем, все такое неполезное. Мы, как истинные healthy-wayеры, хотя вчера мы ели печеньки, честно сказать, ну... Выглядит все примерно вот так. Знаете, как на инстаграм-фоточках. Я думаю, что на iPhone здесь фото не особо будет получаться, а вот на камеру, так как она делает светлее, все, будет круто. Вот здесь такое вот сердечко. Вон Илья выходит сейчас. Луна и романтик просто. Илья всегда создает атмосферу, да? Волшебник. В общем, начали пробовать еду уже, фотографироваться. Макарошки, я такая говорю, это нам только одна порция? Он говорит, да. Ну, у нас еще там мясо есть, салат. Или я так очки эти иду, как будто бы на программисте сразу похож. You know him, hey, he loves money.